Одна из главных архитектурных достопримечательностей столицы – Сухумский железнодорожный вокзал. Он был построен в советское время по проекту архитекторов Ливана и Лолы Мускудиани и сдан в эксплуатацию в 1951 году. Во время Отечественной войны народа Абхазии вокзал сильно пострадал, и некогда величественный архитектурный объект превратился в обветшалое безлюдное здание. Фасад, кровля и внутренние помещения вокзала в удручающем состоянии. Совсем недавно абхазская железная дорога приступила к расчистке здания Сухумского вокзала и благоустройство прилегающей к нему территории. Мы планируем все это вымыть с внутренней стороны, именно пол, стены, там где-то возможно будет очистить от плесени, от грязи, привести в надлежащее состояние. Попытаемся привести фасадную часть в надлежащее состояние. Очень много повреждений в потолочной части, чтобы их не было, мы восстановили кровельное покрытие. Планировка вокзальных помещений отличалась простотой и ясностью. В центре здания расположен вестибюль, операционный зал, к которому с обеих сторон примыкают залы ожидания. Рядом для отправляющихся пассажиров помещение ресторана. Отдельный зал ожидания для местных и пригородных пассажиров был изолирован и имел отдельные кассы, что создавало большие удобства. Большое внимание авторы проекта уделили центральной части и главному входу в двухсветно-сквозной вестибюль, выдвинутый вперед в виде трехчастного выразительного портала. Словом, все здание выглядело изящным, легким и ажурным. Чтобы хоть немного вернуть былую красоту вокзала, ведутся работы по расчистке фасада и декоративных элементов от растительности, плесени и грибка. Мы планируем вывеску «Сухумский вокзал» и на абхазском, и на русском языке это все прошкурить, прочистить, покрасить, провести подсветку. Хотелось бы подметить, что есть у нас в Сухуми такой магазин АДУ в лице Дениса Халбада. Они изъявили желание, выступили как меценаты, и все светодиоды, которые нужны будут для освещения буквы, они предоставляют от своего имени, помогают нам. Также абхазская железная дорога при поддержке зеленого хозяйства столицы проводит работы по расчистке парковой зоны, прилегающей к вокзалу. Кроме того, чтобы здание вокзала приняло более эстетический вид, у руководства АЖД есть некоторые идеи. Для того, чтобы на сегодняшний день предотвратить хождение внутри вокзала, которое на сегодняшний день, как мы наблюдаем, привело к ужасающему состоянию внутри, то есть это очень много мусора, и мы пытаемся его законсервировать, в то же время придать ему внешний вид более или менее такой опрятный. То есть эти проемы все зашить фанерой, далее на фанеру нанести баннерную ткань с имитацией, с точной имитацией оконных проемов того времени. А те оконные проемы, которые мы сегодня наблюдаем, мы их трогать не будем, они как есть, так есть. Мы их постараемся привести в такое состояние, чтобы они не подвергались эрозии. То есть для того, чтобы они остались, впоследствии, если в дальнейшем будет реконструкция вокзала, чтобы они служили как макеты. Фасад здания Сухумского вокзала выполнен из природного камня. И чтобы не нарушать архитектуру и сохранить его первоначальный вид, красить здание не рекомендуется. Красить мы не будем. Мы постараемся под высоким напором воды прочистить, промыть все, что будет возможно. Далее попытаемся всю фасадную часть проработать жидкостью, которая будет предотвращать дальнейшему цветению. То есть, чтобы то, что мы сейчас сегодня видим, вот эти почернения, мхи и так далее, чтобы они далее уже не распространялись по фасаду здания. Работы по расчистке Сухумского железнодорожного вокзала выполняются за счет средств АЖД. Их планируют завершить до празднования Дня Победы и независимости Абхазии. Алика Трап, Тимур Лугохи, Абхазское телевидение.